ця програма, яка сьогодні втілюється в життя, проєкт був створений у співпраці Харківського історичного музею імені Миколи Федоровича Сумцова, обласним організаційним методичним центром культури і мистецтв, муніципальною галереєю, громадською організацією «Харківська платформа розвитку культури і туризму», а також організацією «Ukraine Fashion Education Group» за підтримки «Гьоте-інститут» та програми «Про музеум». Покликаний цей проєкт дослідити місцеву специфіку через міський костюм. Він не тільки є першим для музею, він є тандемом декількох інституцій, і це для нас стало в якихось аспектах навіть справжнім випробуванням. Зараз стартує вся програма нашого проєкту, який ми так задумали, який називається так «Харківський трильяж. Люди, культура, одежда». Проект включает три столетия, да, мы отображаем в разных версиях три столетия, 19, 20, 21 век. И на выставках, и на теоретических платформах мы бы хотели с вами поговорить о харьковской идентичности, о мультикультурности нашего Харькова и о том, какие плюсы мы имеем благодаря этой мультикультурности. И начать мы решили именно с 21-го, с того, который ближе нам всем, да, из вот именно проекта «Витрины». И очень рады, что дизайнеры отозвались и присоединились и пошли навстречу к нашему эксперименту, но подробнее о проекте и о том, что вы сегодня увидите здесь, за витриной, я думаю, расскажет куратор проекта Марина Лосева. Я очень трепетно отношусь к современной, не только городской моде, да, к одежде, к культуре одежды. И мне очень жаль, что пока так мало возможностей говорить о теории моды, о культуре моды, о таких вещах, которые выходят за рамки просто трендов. Вот эта попытка сделать первый шаг, да, в таком современном галерейном пространстве, когда мы и не в музее еще, но и не на подиуме. Я думаю, что это первый такой шаг мы положили, прецедент мы создали, наверное, в масштабах всей страны. И я очень надеюсь, что такой подход к современному фэшн-искусству будет развиваться в городе и в дальнейшем. Спасибо большое.